Это модное слово «стартап». Сегодня каждый горожанин, в том числе и студент нашего университета, может начать свой бизнес. Способствует этому программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на территории городского округа Тольятти на 2010-2015 годы. В Тольяттинском государственном университете в рамках этой программы прошла первая встреча проекта «Наставничество». Сейчас очень важно иметь хороший старт, чтобы сделать хороший стартап. И вот как эти успешные бизнесы начинались, с какого стартапа они начинались, вам предоставляется возможность услышать из первых уст вот таких замечательных людей, которые перед вами сейчас не находятся. Поэтому я вам желаю впитывать всю самую интересную информацию и переваривать. У вас у каждого все будет по-другому. Но чем больше вы будете иметь перед глазами хороших, интересных примеров, тем вероятнее, что вы сделаете меньше своих ошибок, и тем вероятнее, что вы сумеете добиться успеха сами самостоятельно. Непривычные для себя роли наставников на этой встрече примерили успешные тольяттинские предприниматели Татьяна Жарикова, Владимир Агафонов, Екатерина Велетник и Владимир Ягутян. Представители бизнеса рассказали максимально честно, что такое свое дело, будь то ресторанный бизнес или IT-компания. Это были истории о первых шагах в бизнесе, о взлетах и даже неудачах. Одним словом, предприниматели раскрыли свои секреты успеха. Не бойтесь рисковать, ей-богу. Потому что самые, казалось бы, бредовые иногда, фантастические идеи, они реализуются. Я за 26 лет своего бизнеса упустил порядка 10 серьезных возможностей. Что значит упустил? Я взял идею, обсосал, посмотрел, посчитал и сказал, мне некогда, или я не хочу, или я не верю. Я оставил. Проходит период времени, иногда это месяц, иногда это годы, я смотрю, вот она, эта идея реализована. Кто-то другой зарабатывает эти деньги. Ну, все не обхватишь. Диалог со студентами получился очень живой. Поговорили о многом. Какие книги просто необходимо прочесть? Как важно загораться идеей и сохранять любовь к людям? Почему важно не останавливаться в своем образовании и изучать иностранные языки? И самое главное, в бизнес нужно идти только тогда, когда без этого нельзя никак обойтись. В бизнес предпринимательство уйдут единицы из вас, и единицы из единиц добьются там успеха. Это очень сложная, очень неблагодарная, особенно в сегодняшних российских реалиях, стезя. Здесь человек, на мой взгляд, идет в предпринимательство осознанно, когда он понимает, что он не может работать в рамках неких процедур, правил и регламентов. Верьте в то, что вы своими руками сможете изменить свою жизнь. А если вы измените свою жизнь, вы увидите, каким чудесным образом изменится жизнь вокруг вас. Название проекта «Наставничество» говорит само за себя. Все предприниматели открыты к общению. Они готовы и в дальнейшем помогать советами тем, кто отважится начать свой бизнес.